а мы продолжаем находиться на очень необычном мероприятии. Здесь много цирковых артистов, потому что это праздник цирковых. Ирина Михеева специально для канала «Шоу Вименс». Рядом со мной легенда советского цирка Габриэла Кушнарева. Человек, который блистал сначала как акробатик. Акробатик, а потом я работали... В Хангерее был коллектив такой, у нас там были лошади, и балет, лошади. Потом оригинальный жанр был у меня, и я была руководителем этого оригинального жанра. Ну, теперь я еще работаю, но только не в цирке, а работаю в Демидовском университете. В Демидовском университете преподаю на кафедре социально-политических наук. А вот эта работа в цирке объясняется тем, что вы до сих пор блистательно, и от вас, не знаю, такое излучение, какое-то теплое я свечение. Я так думаю, конечно, основа всего это цирк, потому что он нас как бы воспитал, чтобы мы были всегда красивыми, чтобы мы нравились зрителям, чтобы зритель был, приходил к нам и с улыбкой уходил, чтобы посмотрел на все красивое зрелище наше. Но ведь за этой красотой стоит адский труд. Да, это да, конечно. Нужно было очень много работать над собой. Очень много работать. Еще я хочу сказать, что большое спасибо всем организаторам, всем руководителям этого прекрасного шоу. Хочу спасибо сказать Яне Шевченко, потому что это такой знаменательный у нас сегодня день. Это же первый, да? Прекрасный, знаменательный. Я так мечтала пройтись по красной дорожке. Я всегда завидовала, когда артисты кино идут по этой красной дорожке. Ну почему в цирке у нас нет красной дорожки? Своя появилась. Да, и теперь я думаю, что у нас просто свершилось чудо. Чудо свершилось. Спасибо. Спасибо, это была Ирина Михеева специально для канала «Шоу Вименс».